Друзья, всем привет! Я вчера уже поздно вечером добрался до монастыря вот этого Санто Доминго де Силос. И, кстати, записал несколько видео, походил тут немножко по городу, но записал их на обычную камеру. И потом без Wi-Fi не решился загружать, чтобы не расходовать трафик. Вот это непосредственно сам монастырь. Санто Доминго де Силос. Это постройка 7 века. Раньше он назывался, до 10 века, он назывался Сан-Себастьян де Силос. И позже его святой Доминик реконструировал по поручению тогдашнего короля. Не помню, как его звали, потому что я буквально недавно, накануне, прочел информацию об этом монастыре. Очень нравится вообще место, город этот. Это не город, а Пуэбло, очень маленькое, но при этом здесь несколько отелей. Очень старые такие древние построечки. Но что удивляет, что они очень хорошо сохранены и поддерживаются в порядке. На территорию монастыря вообще заходить нельзя. Он имеет огромную территорию, потому что там живут монахи. Можно зайти вот только во внутренний дворик. Но здесь особо интересного ничего нет. Разве что вот там какой-то фонтанчик. И вот это огромное дерево, я не пойму, что это. Это или елка, или сосна какая-то просто невероятная размера. Шапка падает. Вот. В общем, такое вот святое место. Фасад какой интересный. Не знаю, получится увеличить. Я сейчас пишу сразу на YouTube. Надеюсь, что загрузится оно моментально. При этом не будет расходовать трафик. Вот здесь какие-то, я не знаю, это календарь, не календарь. Что это такое? Очень интересная штука какая-то. Честно говоря, даже не знаю. Может быть, какие-то символы. В общем, не буду даже делать никаких предположений. Хотел еще остаться. Здесь можно будет зайти вовнутрь. Там есть что-то наподобие римских бань древних, как мне сказал охранник, который меня заселял в альберку. Альберка моя находится вот прям буквально напротив монастыря. Вот в этом доме, который желтый. Хотел остаться до 10, зайти туда, но, наверное, нет. Не буду я этого делать. А пройду еще сегодня. Сейчас попью чай, пройду еще немножко по городу. Сделаю, возможно, еще одно-два видео и пойду дальше, потому что сегодня мне идти порядка 40 километров, и не хотелось бы прийти снова ночью. Все, друзья, до связи. Пока. А, ну если хотите, могу показать свою альберку. Я прошу прощения. Моя альберка вот, не желтая, а красная, вот с символом с пути, да? Если вы знаете. Альберка, кстати, отличная. По сравнению с другими, в которых я был, были, конечно, хорошие и плохие, но здесь мне очень понравилось. Во-первых, все уютно, чистенько. Это вот мозаика святого Лазаря. Есть микроволновка, холодильник, даже посудомойка. Это очень удивительно. Здесь стол. Я тут, правда, накидал барахла всякого своего. Не обращайте внимания. Есть Библия Пеллегрино, небольшая посудомойка, типа кухня. Здесь санузел, а это непосредственно ночлежка. Причем с простынями, с наволочками, что довольно редко. Вообще я, по-моему, не встречал такого, чтобы были простыни, наволочки. Здесь одеяло. И даже удивительно, что есть на каждую кровать индивидуальная подсветка. Прям как в поезде. СВ. Батареи. Некоторые сказали, что здесь по утрам очень холодно. Но я этого не заметил. Вот сюда я хотел зайти после 10. Но не буду я этого делать, потому что времени на самом деле ограничено. Здесь журнал отзывов, печать и копилка для волонтерских пожертвований, потому что альберка бесплатная. Вот.
Как-то так. Ладно, друзья, все, до связи. Буду собираться. Пока.